Вы можете книжку по стихотворениям разорвать, ибо не совсем досталось. Сейчас на сцену выходят наши друзья из-за границы, киевская группа Seventh Day. Все понимают, что по-русски седьмой день творения. Это очень интересная группа, начинающая свой звездный путь. Я уверен, что они станут звездами стадионного масштаба скоро. Я очень рад, что они приехали из Киева сюда. Сейчас они споют вам. Я специально их просил спеть что-нибудь на украинском языке. Надо сказать, что с украинским роком у Ильи были особые отношения. Он очень любил, сами знаете, кого, Бобру Видоплясова любил он. Но была у него особенно любимая группа, которую он меня замучил просто за то время, что мы жили. Он ставил эту группу украинскую каждый вечер, расправлял мне с горелку с салом. Эта группа называлась «Братья Гадюкины». Я не знаю, сейчас она существует. Знаете кто-нибудь такую группу «Братья Гадюкины»? Вот, «Братьев Гадюкиных» сегодня нет, я не знаю, где нет, зато есть «Seventh Day», я сейчас вам... Я их просил специально спеть что-нибудь на украинском языке, чтобы звучало так, по-иностранному. Если они сочли возможно, я сейчас это сделаю. «Seventh Day». Короче, не будет.
какой там?